Всем доброго времени суток. Продолжаем играть в Tomb Raider и выживать, наверное. Там мы опять шипим. Могу как открыть. Весь израненный, да, не знаешь. Бог здесь ни при чем. Я тоже рад тебя видеть. Боже, как досталось твоей ноге. Да нет, это только на весь страшно. Ты что-нибудь знаешь об остальных? Ничего. Постой, что ты делаешь? Волки утащили рюкзак с едой. Передатчик со шлюпки тоже там. Если его не вернем, не выберемся с острова. Но тебе нужны, бинты, морфии, антисептик. Все в рюкзаке. Сейчас задание. Да. Помоги. Рюкзак надо будет найти. О, нет. Нет. Только не это, пожалуйста, Все, отключился. Наверное, его только сейчас спрятать придется и все. Слава богу, он жив. Так, что ты, Лара, задумала, интересно? А, она сейчас по волчьим следам пойдет. Господи, тоже умно. Даже морщины видно, офигеть. Прикольно сделано. Так, собачка, сейчас мы домой заберемся. Сначала, наверное. Ага. К костру подойдем. Так, что нам? Снаряжение. Навыки. Охотник. Давайте охотника посмотрим. Так, с последним начнем. Дробовика у нас нет. Манифицируется. Так, что мне не нравится. Вы можете дальше. Дольше удерживать лоб, но это уже хорошо. Больше боеприпасов тоже хорошо. А, то есть эти два связаны. И получили больше опыта искусственного. О, вот это хорошо, наверное. Они все закрыты, получается. Ладно. На мастер выживания. Еще больше опыта за разделку животных и тюники. Сейчас мы осматриваем эти ящики и поиск запчастей. Запчасти. Даже не знаю, что выбрать. Так, это закрыто у нас. Большой опыт за разделку животных. Ну, наверное, вот это вот сделаем. Все. Так, что сейчас у нас? Быстрый. А, переход нам не нужен. Апгрейд можно сделать, нет? Лук. Почти нету. А, пистолет. Магазин.
Это не надо. Вот это неплохо. Так, а они связаны опять. Ну давайте вот эти возьмем. Отлично. Все. Поехали. Так, а следы, по-моему, у нас в другое место идут. Нет. Не будем уж их пистолетом убивать. Курочку еще подстрелим. Оп. А что нам? Нет, есть. Это что? Поджечь. Давай подождем. Не стоим. Так, огонь, огонь, огонь. Поехали. Ну, зажгем мы и что? Опыт получаем. Так, дальше, дальше, дальше. Это что, мы крабку сможем, наверное? Точно. Нет. Ладно. Еще одну курицу застрелить. Нет. Бедная курица. Так, 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 так. Ну куда она лежала? Ох. Так, а там что? Я тоже поджечь, но... А, мы сюда не берем пор. Пойдемте. Задать карту, а то он у нас умрет. Так, что здесь? А, нам это надо было поджечь. А мы вот так вот, да? Давайте подождем. Ну, не мешайте. А, запчасти, отлично. Там еще что-то есть, я смотрю. Тут есть, отлично. Так, вот это вот не открыть после этого тома. Нет. Отлично. А, что там? Опять маска, наверное. Или документы. Похоже, вещь американского морпеха. Ляжка. Интересно, тут была крупная часть или не... Эти отметки означают потерянных друзей или убитых врагов? В любом случае, хорошая нужно фляжка. Было выпить. Да. Так. Дальше, дальше, дальше. Наши действия. Давайте поднимемся наверх. Это, наверное, поджечь надо будет, нет? Так, это тоже не открывается. Что нам надо тут сделать? О, это что такое? Это стрелы всего лишь. Периода Камакура. Это тоже была часть Яматая. Осторожней. Мне кажется, мы не допрыгнем.
Давай. Ох. Ну живо, офигеть. Ладно. Ладно. Так и куда нам? Все, наверх, да? Давайте. Слезем. Трамплин для нас сделан. Как бы не упасть. Давай. Отлично. Факел горит даже, офигеть. А, отсюда мы, по-моему, не упали. Так, дальше как? Давай, оп. То есть мы были на конечной, как говорится, площади, и надо еще выше залезть. Что это у нас? Ломай. Так, стрелы у нас максимум, по-моему. Да. Так, еще один, да? Блин, вороны. Да. Это подождем. А, нет, сверху падает. Понятно. Это запчасти, отлично. Так, пока бы не ошибиться и не прыгнуть мне. Так, что-то у нас там наверху, значит. О, о. Фух. Экстрим. Так, там что-то блестит. Не, у нас крыша дырявая. То есть, по ней не вариант лазить. Ловко, молодец. Так, что там такое блестит у нас? Сейчас я приду к тебе, не вой. Какие-то координаты? Секундочку, извиняюсь. Что меня потревожили? Так, на чем она остановилась у нас? Она нам что-то говорила, по-моему. О, веревки. Я вижу веревки. Так, я даже не знаю, куда нам сейчас. Детка, нам не туда. О, может так? Нет. Что нам делать? Яйца? Какая ларка-то? Ладно.
все равно не могу понять, как пройти. Так, что-то блестит. А, то есть это на другую сторону выйдем, да? Получается так. Поехали. Не падай. Ну давай. Это было больно, конечно. Ладно. Нет. Блин, как же я так промазал? Так, Ларка, ну что ты? Честно, даже не знаю, что и делать тут. Может, ворону еще подбить надо. Ладно. А, вот. И что? Ничего хорошего получается. То есть весь путь мы проделали зря. Или нет все же. Там что это у нас? Скелет. Так, лесенки. Это уже лучше. Так, сейчас мы прошли эту блестяшку. Где-то у нас блестело. Теперь мне показалось. Ладно. Оп. Ну, сейчас. Нашел путь. Ух. Помыли немножко. Это что такое было? Так, что там раздают? Дожмем. Ну. Пасти, на этот раз точно разобьемся. Оп. Молодец. Все, по-моему. И сейчас нам надо... Так. Ну, в принципе, практически пришли. Наверное, не успеем так. Давай!
Это могло бы кончиться серьезно. Для нее, по крайней мере. Так, ну ничего. О! Будем из пистолета стрелять нафиг. Боимся их. Так, сюда нам, да? А тут что? Ничего хорошего. Ладно. Так, это их логово. Блин, офигеть. Так, что делаем? Ну, Ларка, блин. Игра мне это очень нравится. Вот они. Так, тихо. А куда он бежал-то? Выходи, подлый трус. Ладно. Блин, так-то страшно. Так, пистолет не убирай. Вот я уверен, она сейчас рюкзак возьмет и волки нападут. Опа. Ну, ладно. Ну, Ларка, держись. Так, куда нам идти? А, ну тут тупик получается. Что, никаких больше секретов нет? Нет, вроде. Блин, офигеть, логово волков. Да они еще огромные. Блин, собака. Давай, ну, с ноги. Фак. Офигеть, волчонок. Ладно, не успели немножко. Так, а смысл все равно нам оружие не понадобится. Давай. Так, первый удар пошел. Второй. Живучий, блин. Это, наверное, самец. Вожак. Альфа-самец. Ну-ка, что у него там? Стрелу забрали, отлично. Я думаю, он не один здесь будет. Так, ну все вроде. Фух. Всего-то один волк. Так, птичку надо еще. Подожди-ка. Блин, все-таки как тяжело иногда. Куда же она улетела? Ладно. Хрен с этой птичкой. Мы сейчас еще проверим. Что тут хорошее, тут же что-то нарисовано. Ой. Так, и как мы сюда? Нет, отсюда нам точно ничего не светит. А вот там секрет, походу. Ну, пойдем. Так, прыгаем на камень, и потом... Я думал, снесет. Живем. Так, тайник, отлично.
уходят. Не получают ничего. Волком попали. Недоступная гробница. Угу. То есть возвращаться будем. Ну ладно. Других-то спасать мало. А что если? Машины? Офигеть. Это радует. Так, стрелы у нас максимум. О, кто там бегает? Так, ладно. Курица, да? Давайте. Все, пошли спасать друга. О, блин, я думал, его съели. Ничего, живой, наверное. Живой. Неплохо. Где такая юная леди могла этому научиться? Мне приходилось постоять за себя. Волк ничто против разбитой бутылки. А, он у тебя? Прекрасно. Итак, я полагаю, наш план доставить его на радиовышку? Да, так мы сможем послать сильный сигнал во всех направлениях. Послушай, Лара, нам нужно послать сигнал бедствия. А я не скоро встану на ноги. Да, я боялась, что ты это скажешь. Ты справишься, Лара. В конце концов, ты же кровь. Да мне кажется, она всех тут сама перебьет без вашей помощи. Но пока этого не знаешь. Он сейчас ее клиническое снаряжение даст, наверное. Надеемся, что я быстро учусь. Прошу, берегись, Салана. Ну, Лара, давай на подвиги. Да? Так, ну, наверное, на сегодня мы закончим. Мне серия понравилась, особенно вход в логово волков. Было интересно и страшно. Но хотя один волк только попался. Ладно, спасибо, кто меня смотрел. До встречи, до свидания.